Ребята, всем привет! Едем мы, короче, с Леней. Купили такой новый капот на ман. Вот. Кое-как тут поместились с ним. Направо? Да, нам направо. Вот. Вот будет капотик такой. Так, ребят, решил покрасить свой автомобиль, поменять капот. Кто-то говорил, поставь белый капот, и будет вот белый капот. Все уже приобретенный. Вот мой старый желтый. В общем, сейчас все шкурю, клепаю и крашу. Вот, так что такая вот пока предподготовка. Здесь я зашкурю. Это я уже. Там у меня тоже все это делается. Вот. Здесь у нас что? Это я полностью зашкуриваю. Сейчас вот здесь вот я все клепаю. Здесь заклепал, вот здесь клепаю, сейчас все заклепаю, потом все замажу, закрашу. Будет, короче, красота. Ну, в общем, ребят, смотрите, что из этого получится. В общем, ремонт мана продолжается. Что я вчера успел сделать, сегодня уже другой день. Вчера толком не поснимал, было некогда. Вот, получается, я вчера зашпаклевал. Завтра, сегодня еще будет шпакля. Вот. Потом, что я вчера еще? Так, здесь подшкурил. В общем, это зашкурил. И так, здесь тоже сделал полностью. Также сегодня еще зашпаклюю. И у меня будет совершенно новый порог. Вот он, я вчера его сделал. Который в дальнейшем я также зашпаклюю и покрашу. В общем, сегодня что нас ожидает? Сегодня нас ожидает, так, а может быть даже и не сегодня, завтра. Надо варить, проварить кузов. Вот, проварим кузов, потом, что еще? Ну, в общем, всего понемногу. Ребята, все, сейчас переодеваюсь и начинаю работать. Вот, так что... Следующее завершение работы покажу. Сегодня должна быть у нас загрунтовка от кабины полностью. А покраска, наверное, будет завтра. Вот так вот. В общем. Ну, посмотрим, увидите. Осталось совсем чуть-чуть и будем мы его. Буду я сейчас его покрывать грунтовкой. Ее эту кабину. Так, осталось мне. Здесь зашкурить. Там я зашпаклевал. Заднюю стенку я там протер. Тут важно. Тент. Тент надо зачехлить. Так, ну. Еще спойлер подшкурить немного. И вот здесь закончить. Вот с этой вот частью порога. Вот. С этой частью порога надо тоже закончить. Так, ну, в принципе... А, ну и здесь тоже эту подручку зашкурить. Ну и все. В таком положении думаю, что я сегодня ее загрунтую. Осталось совсем ничего. Так что скоро поедет ласточка моя. Ну все, ребят, продолжаю дальше работать. Так, ребята, все, приступаю к грунтовке. Чуть-чуть уже попробовал. Так, все заклеил. Вот эти штучки загрунтовал. Полукрылья. Хрен знает, кто они. Ну все, смотрим, что из этого получится. Как-то так. При помощи вот этого краскопульта. И вот этой вот еще лестницы. Все, я загрунтовал машину. Получается. Одна банка грунта, но не хватило на заднюю стенку. Вот, если видно будет. Заднюю стенку не хватило. И так, здесь все загрунтовано. Завтра все вышкурю, буду красить. И на спойлер тоже не хватило немножечко. В общем, как-то так. Так, а здесь я что? А здесь уже темно и будет уже ничего не видно. Ага. Ну, в общем, уже у нас уже стемнело. Все остается до завтра. Сейчас мою пистолет. О, завтра продолжение покраски мана.
Вот капот. Вот это старый с буковкой А, а это будет новый с буковкой МАН. Сегодня уже следующий день, следующего дня. Получается, я заклеил, зашкурил грунт, видите, все зашкуренный. Вот он гладенький, все. Вот. Сейчас доклеиваю вот форточку и крыло вот это вот остается мне доклеить. Вот. Все, и скоро будем красить. Будем красить его в желтый цвет, это родной его цвет по техпаспорту. Вот. Можно было бы в любой другой, но менять цвет это, конечно же, проблематично. Вот у нас ГАИ, поэтому красим в желтый цвет. Также капот уже вышкурен. Вот так вот все это будет выглядеть. Вот задняя стенка. А, надо еще бачок тоже закрыть. Вот сегодня взял новый скотч, он очень липкий, не тот, что вчера я клеил, вот этот серый, вот этот вот, он, кстати, ни хрена, он плохой, он и дешевый. Вот и все, форточка наша готова. Все, машина полностью к покраске готова. Ждем маляров. Так, а сейчас у нас самый ответственный момент. Андрюха, маляр. Андрюха, поздоровайся с людьми. Здравствуйте. Самый ответственный момент. Буторим краску. Так, вот покрасили уже одну половину. Вот так вот это выглядит все. Немножечко, конечно, странно. Но я думаю, будет нормально, когда это все полностью прокрасится. Андрюха красит крышу. Ну все, ребята, закончился наш супер-пупер. Наша супер-пупер покраска. В общем, вот таким вот все макаром мы покрасили. Все сверкает и блестит. Вот так вот все отличненько. Сейчас я вам поближе еще покажу. В общем, ребята, что хотел сказать. Если кто-то хочет также, чтобы ребята приехали или вы к ним приедете и покрасили ваш автомобиль, вот, то ссылочка, ребята, на группу ВКонтакте будет в описании на этих людей. Так что смело обращайтесь, звоните в любое время, они вам покрасят также машинку, как и мне. Ну все, а мне остается ждать до завтра, так как она еще не высохла. И завтра буду потихонечку собирать еще вот эти вот места. Покрашу белым цветом, белой красочкой под бампер. Это будет вот так сочетаться с кузовом. Кузов сейчас грязный, правда, плохо видно. И все, и завтра будет конкретный последний отчет проделанной работы с моей машиной. Так что ждем, пока высохнет краска. Ну все, ребят, закончил я свой ремонт, покраску своего автомобиля. Сегодня покрасил вот беленьким все, подножечки беленьким будут. Кабинку все собрал, вот так вот это все выглядит. Вот, ребят,
Так что теперь у меня желтый цвет у машины. Все, ребята, всем, кто смотрел это видео, большой удачи. Подписывайтесь на канал, не забывайте смотреть новое видео. И ставьте лайки обязательно. Комментируйте это видео. Так что всем пока.